Сегодня в нашем городе праздник. Мы отмечаем годовщину образования Санкт-Петербурга. И очень радостно, что сегодня, в такой замечательный солнечный день, мы можем с гордостью этот праздник отметить, начать и провести. Город наш основан на берегах Невы. И благодаря Неве, благодаря российскому флоту, благодаря нашим морякам, город этот зародился, был построен и сегодня процветает. Васильевский остров – первый район, который был построен на территории нашего сегодняшнего города. И этот парусник, который стоит около берегов Невы, около берегов Васильевского острова, символизирует и славу российского флота, который мы будем отмечать, 303-й, который будем отмечать через год, и славу нашего города. В следующем году вся набережная лейтенанта Шмидта, часть университетской набережной и английской, будут заняты вот такими парусниками, как здесь за моей спиной. Парусник «Мир» и вот эти яхты «Орион», «Лидия», «Витязь», «Воля» и многие другие. Большой флот учебных парусников из 20 стран и более даже мира придет сюда, в Санкт-Петербург. Здесь произойдет один из этапов так называемой регаты «Катисар Толшип Срейсис». Само название очень интересно. Оно сразу включает в себя знаменитейшее название «Катисар». Это тот парусник, который сейчас стоит на вечной стоянке в доке в Гринвичском музее, морском музее в Лондоне. Это в прошлом веке был один из самых быстроходных парусников, который возил чай из Китая в Англию и шерсть из Австралии в Англию. Но и не только этим знаменита эта регата. И не только поэтому такое название ей принадлежит. Одна из известных фирм, которая поставляла многие десятилетия двору Королевского Величества различные вина и другие алкогольные напитки, эта фирма в 1936 году стала называться «Катисар Скотч Виски». Именно в те годы была большая компания в Англии по организации спонсорства для реставрации парусника «Катисар». И вот эта фирма с 1972 года стала генеральным спонсором регаты «Катисар Толшип Рейсис». Тогда она называлась просто «Регата учебных парусников». А вот с 1972 года, благодаря спонсорству и знаменитому имени этого клипера, регата стала носить такое имя. Так что обычно происходит во время этой регаты? Ну, во-первых, регата – это гонка. И вот в рамках регаты 96 года гонка будет происходить на маршруте из Ростока, из Германии, в Санкт-Петербург. Это одна гонка, и вторая гонка из Турку, финского города-побратима Санкт-Петербурга, в Копенгаген. А на переходе из Санкт-Петербурга в Турку будет учебное плавание. В нем много интересного тоже. Во-первых, происходит смена экипажей между разными парусниками. В первую очередь, молодежная часть экипажа. По самому статусу, по правилам гонок, более половины участников экипажа на каждом паруснике – это молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Одно из самых красочных мероприятий – это награждение победителей на набережных Васильевского острова, тех, которые завоюют главные призы во время гонки из Ростока в Санкт-Петербург. В общем, эта неделя будет вся в парусах, и она перейдет в празднование 300-летия флота, которое состоится недели позже. Здесь будет большой парад боевых кораблей с разных стран мира, здесь же на Неве. Я думаю, что горожанам это будет интересно. Тем более после Петра I, после его времен, такого большого количества парусников с разных стран света, пожалуй, никогда здесь, на берегах Невы, не было. Thank you.
Регата «Катя Сар» «Толсы Прессис» – это одно из очень популярных морских мероприятий в Европе. Его знают в Европе с 1956 года. Таким образом, 96-й год – это будет 40-й год проведения регаты. И поэтому весь тот опыт, вся та популярность, которая наработана этими четырьмя десятками лет, она как раз и проявится здесь, в Санкт-Петербурге. Не случайно в 1992 году мэр города Анатолий Александрович Собчак послал официальное приглашение Международной ассоциации учебных парусников прийти в наш город. И это приглашение было принято. Но уровень мероприятия характеризует и то, что патроном регаты является супруг королевы Великобритании, принц Филипп, герцог Эдинбургский. А здесь у нас в России патроном российского этапа регаты дал свое официальное согласие быть президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Так что, видимо, сам уровень и интерес, которым проявляется к этой регате во всей Европе, мы сможем активно использовать и для других городских дел, и для подготовки набережных, и для реконструкции фасадов на Васильевском острове, и, конечно, для других мероприятий, связанных с бизнесом, с коммерцией, с развитием нашего города. Таким образом, то, что заложил Петр под парусами, разовьется здесь в следующем году.